Новосибирские туристы раскупили почти все новогодние путевки. Мест на чартерных рейсах не осталось. То, что сейчас осталось, вот с 30-го вылета на 10 ночей в Таиланд, 80-70 тысяч на человека. Если взять, такое бывает, наверное, в некоторых турагентствах, и у нас в том числе есть подтвержденные туры, то есть люди купили в сентябре, забронировали по раннему бронированию, ну, лететь по каким-то причинам не могут. Такой тур 45 на человека, то есть вот разница между ранним бронированием и сейчас. В туркомпаниях говорят о дефиците. Такой спрос для них во многом оказался неожиданным. Сибиряки рвутся на теплые курорты, несмотря на то, что цены по сравнению с прошлым годом выросли. Самое популярное направление – Таиланд, оно же и самое дорогое. Тур на новогодние каникулы стоит около 80 тысяч рублей на человека. Востребованные страны – Вьетнам и Китай. Отдохнуть на Хайнане, например, можно вдвое дешевле, но погода в это время года не самая хорошая. Из европейских стран в канун Нового года по-прежнему самой популярной остается Чехия с рождественской атмосферой Праги. Что касается российских курортов, то есть спрос на Сочи, а вот Крым спрашивают реже, чем летом, хотя цены на отдых здесь сейчас невысокие.